готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1993 года. 1, 2, 3. Да, нашла Юля. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном виде. Одна она тонкая копия. Защищаем физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем ее в защитный скафандр на время работы. И на счет 3 поднимайся вместе с тонкой копией Юли в комнату диагностики. Будь в ней. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Юлю. Интересуемся, готова ли Юля к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит. Хорошо. И я даю команду. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Юлии. Пространство над головой, пространство под ногами, 360 градусов, все 7 тонких тел. Находит любые чужеродные чипы, датчики, импланты, конвекторы. От них моментально выстраиваются каналы, ведущие в клетку, тюрьму. И ответственные за эти подключки, чипы и датчики по каналам притягиваются в эту клетку и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел. Синий дракон у нас, и он на нее одел какое-то платье счастья, он называет его. Я ему сегодня такое счастье устрою. Один канал. Один канал. Какие цифры над головой? 326. Хорошо. И силой моего намерения я даю команду, и я снимаю этот плащ, который повесил дракон. 1, 2, 3. Он зависает в воздухе. Готово. Я даю команду, и все подключки, чипы, датчики, платы дракона, сила моего намерения начинает выходить из биополя Юлии, зависает в воздухе. Юлия помогает мне, выталкивает все чужеродное, включает белый свет изнутри, выталкивает до последнего всю энергетику этого красного дракона. Все его подключки, чипы, датчики, они зависают перед ней в воздухе. А он синий. Синего дракона. Готово. Все вышло, да? И я даю команду, и все это одевается на синего дракона, сила моего намерения, да будет так. И фату эту одевай на него. Накидку счастья. Но он как платье счастья на нее какое-то одел, и от него идет пластины. Вот я вижу сейчас. И пластины все входят в тело, в него, в его. Там, где были установлены у Юли. Все на те же места, сила моего намерения, включая на полную мощность. Проверим, как оно работает. Может, мне одеться в костюм Грея? Но ощущение, что ему маленько, это все его режет, это вот его корежит с одной стороны в другую. Хорошо. Меня устраивает такой вариант. Усиливаем мощность. Отдаю всю боль, которую Юля получила от дракона, от этих присадок. В течение 1 минуты начинается реверс этой энергии. 1, 2, 3. Максимальную мощность включая, получает откат полнейший. Все, что причинил вред ей, все возвращается в том же порядке ему назад. Да будет так. Какие-то иллюзии он ей внушал 10 дней. Иллюзии счастья, что ли? Сейчас я ему буду внушать иллюзию счастья. Счастье для него будет это тогда, когда я не буду на него воздействовать. А все остальное будет несчастье. Его как током бьет, и он отлично. Излучает, как лампочка загорается. Ой, как хорошо. Он ей делал. Вот, все один в один. Ровно столько, сколько он ей дал. Ну, остановись, просит. Ну, а ты, она тебя просила, остановись, а ты что делал? Ты дальше делал? Ну, вот я жду, пока все уйдет назад. Всю эту боль, костюм остановится автоматически, когда вся боль, которую ты ей дал, вернется назад. Ну, он упал. Отлично. Хорошо, бывает. Так, хорошо, Вера, давай, значит, я подхожу сейчас к Юле, кладу руки на плечи своей собственной энергии, мощнейшим ударом сжигаю все каналы. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро. Весь этот мусор улетает в галактическое ядро. 1, 2, 3. Да, есть. Закрывай, опечатай, растворяй. И сколько энергии нужно Юлии? И какая частота вибрации? 300. 325. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Юлии начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1,
два, три. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Поднимаем частоту вибрации до 25%, до 25 Гц. Пошел подъем. Лежит еще? Ну, лежит, его потихоньку там так подбивает током. Хорошо. Снимаю с него все, что установлено. На счет 3, 1, 2, 3. Все относится в соседнюю клетку. Есть. И открывается портал под этими всеми артефактами. Они улетают в галактическое ядро на переработку до последнего микрона. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Ждем, пока она наполнится энергиями. Она наполнилась. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Вот видишь, дракон, это называется состояние счастья сейчас, когда я тебя не бью. Вот сейчас я тебя опять начну бить, удар 100 тысяч герц дракону. И вот это уже совсем другое. И тогда ты будешь вспоминать, какое же это было счастье, я тебе бесплатно его показываю. Не бей меня, он говорит. А ты ее бил? На каком основании ты вошел и забрал у человека его свободы, данные ему Творцом? Абсолют дал ему свободы и энергии. Ты вор их воровал, ты их украл, потому что тебе плевать на законы мироздания, а мне плевать на тебя, и уменьшает дракона в два раза. 1, 2, 3. Да будет так. Он говорит, что ты издеваешься, это еще хуже убийства. Ты думаешь? А ты знаешь, что такое карма-закон? Я тебе сейчас объясню, кто издевался. Я здесь по воле излиянию Юлии. Я здесь легально, официально. Ты вор, который зашел в дом украсть. Я имею право защищать свои свободы, данные мне правом Абсолюта. И эти права были закреплены у Юлии в манифесте. И сегодня ты получаешь то, что ты должен получить. И это самое маленькое, что я с тобой буду делать еще. У меня еще куча с тобой планов. Пока я не получу от тебя вразумительный ответ, какого ты пришел в ее биополе и нарушил законы мироздания. Ты что, Абсолют или кто? Для тебя не действует закон? Он говорит, хватит, я понял свое. Да что ты понял, что ты понял? Не понял, ты придешь завтра опять. Мне легче тебя сжечь. И тогда ты точно не придешь. Нет, он говорит, я найду другого. Давай мне свое слово дракона. Даю слово дракона. Хорошо, если я тебя еще раз в этом теле, биополе увижу, я тебя сожгу. Без разговора, даже разговаривать не буду. У меня был один такой дракон, он тоже зашел на первородную душу, на энергию. Я его предупреждал, он мне давал слово дракона. Через 2 недели я его сжег в этой клетке сразу. Вот где ты стоишь, там я его и сжег. Чтоб ты понял, говорит, что у нее земная душа, и я легко найду такую. Хорошо. Мне все равно, кого ты будешь искать. Меня интересует эта душа. Ты к ней больше никогда не придешь. Слово дракона. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. Возвращаем его рост. 1, 2, 3. Готово. И он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Он уже вылетел. Еще опять не попрощался? Закрываю. Запечатаю, растворяю. Хорошо. Ладно. Хорошо. Будем возвращать Юлю. Переходим к дому. Давай включаем фиолетовые высоковибрационные лучи. 1, 2, 3. И вытесняем всю чужеродную энергию, которая могла остаться в этой комнате от синего дракона. Все до последнего микрона уходит. Остается комната кристально чистая. Готово. Демагог. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробо-душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Хорошо. Отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Есть. Хорошо. Ты помнишь дом с участком, да? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти дом 93-го года рождения. 1, 2, 3. Да, я здесь. Отлично, хорошо. Так, тогда работаем по этому же сценарию. Устанавливаем сейчас по всему периметру земельного участка вместе с домом 3. Она уходит на глубину до 5 метров. 1, 2, 3. Вместе с земельным участком дом захватывает.
Да, клетка есть. Отлично. И я даю команду, и на счет три притягиваются все интерференты, находящиеся в этом доме, все порталы, все воронки, все чужеродное, любые паразиты, все притягиваются в эту клетку и устанавливаются во дворе. На счет три. Один, два, три. Каждый интерферент остается в клетке на своей чистоте. Для него отдельная клетка сразу образовывается. Ты видела четко их? Значит, у Юли во дворе какие-то постройки, как сараи. Есть. И оттуда притянулись арахноиды. Угу. Там вообще все в паутине, в этих сараях. Да, их обитание там. Ну. Значит, место обитания. Притянулись инсектоиды из дома. А, там были инсектоиды, хорошо. Да, бойлер где-то оттуда показывают они мне. Хорошо. Сколько их? Двое. Инсектоидов двое. Ну, это пара, значит, у них там остались наследство, да? Есть наследство. В Юлиной комнате они тоже. Хорошо, дальше. В углах оставили что-то. У нас есть джин. Ай-яй-яй-яй-яй. Считай цифры. Он говорит, что как я мог обойти такие коврики стороной. Да, мы знаем пристрастие джинов к коврикам и к углам, и где много вещей наложено, да? Все, как ты любишь. Говорит, богатый дом, богатый. Хорошо. Какая цифра? Считай цифры над головой у джина. 1075. Хорошо, смотрим дальше. Черт есть. Как его не заметил. Черт, действительно. Хорошо, поехали дальше. Инсектоиды, прошу вас сейчас выйти и собрать все, что вы оставили на территории этого дома и этого земельного участка. Приступайте. Потом доложите. Но не в доме. Снимают яйца. Вот у Юли в комнате в углу яйца. Ее кошка видела это. Кошки могут такое видеть, конечно. И офигела. Посмотрела кошка и офигела. А сказать не может. Забрали они бойлер, тоже сняли все. Хорошо. Так, у нас остался джин. Джин, а что ты оставил в этом доме? Где твои, что ты разбросал? Сладости, говорит, он показывает комнату какую-то внизу. Джин, а ты не привел с собой случайно какую-нибудь крысу или что-нибудь такое? Нет, нет, зачем оно мне? Ну а что, я видел джинов со сладостями и с крысами. Нет. Которые реально так грызло. Он, кстати, какой-то этот показывает. Как золотое покрывало какое-то вот на диване. Это его, да? Это его. Хорошо, Джин, давай сделаем так. Сейчас ты соберешь все, что ты в этом доме оставил. Ты слышал процедуру. Я после этого проведу проверку. Если ты все забрал, я тебя беспроблемно отпущу на твою чистоту. Даже не буду просить у тебя твой сосуд. И не загадывать три желания. Потому что я сам могу исполнять желания. Но он говорит, верю, верю, пусти меня, я соберу. Давай. Джин выходит, собирает все из этого дома. Он на полу что-то разбрасывал в кухне. Собирает. Хорошо, мы их всех Вера отправим, черта оставим, и он нам покажет порталы все. Да, с дивана он убирает, это как пластина, одеяло. Хорошо. Черт, ты меня слышишь? Да, он слышит. Ты давно здесь, в этом доме живешь? Давно. Хорошо. Сколько давно? Как долго? Он мне показывает, что он заходит, выходит с какого-то зеркала, которого... Я понял, портал. Как трюмо, которое... Давай сделаем так, черт, я тебе предлагаю сегодня следующую программу. Ты, в отличие от всех, уйдешь не с пустыми руками. Сейчас я их всех отпущу, они все соберут. Ты мне покажешь, где в доме находятся все порталы, соберешь. И воронки соберешь все, что ты там раскидал. После этого я соберу весь негатив в этом доме и на участке. И отдам его тебе. Как тебе такой вариант? Да, он согласен. И он показывает там вот где-то сад. И там вот эта кошка, где похоронена, там... Негативная энергия клубится вокруг вот этого места. Мы потом отдельно туда подойдем. Негативное место. Джин собрался.
Хорошо, Джин, хорошо. Так, и давай, черт, я тебя сейчас прошу выйти и собрать все, что ты оставил, чтобы на твоей чистоте ничего в этом доме уже не было. Ну, он играл с кошкой, играл с-под кровати, достает у Юли в комнате. Ну, это для него играл, а для кошки это стресс был. Мне нравится, как все люди любят называть чертей домовыми. А как мое имя моего домового? Мне написали недавно, Вера, я чуть со стула не упал. Я говорю, вы хотите знать имя черта, с которым мы тут, и пообщаться с ним? Нет домовых, есть черти. Вот он как-то свою энергию, там клуб какой-то в ванне снимает, Хорошо. он показывает на портал в этом зеркале. Хорошо, ты мы отдельно сейчас. Ты собери сначала все свое, а мы все решим. Он собрал. Хорошо, вернулся в клетку. Хорошо, арахноиды, мы с вами договорились, инзиктоиды, вы больше сюда на этот земельный участок и квартиры в дом не приходите. Найдите себе другое место. Вы поняли? Да, поняли. И наверху открывается против часовой стрелки портал на частоте арахноидов. 1, 2, 3. И оба арахноида уходят на свою частоту, забирают все, что они с собой принесли, безболезненно уходят, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Открывается наверху портал на частоте инзиктоидов. 1, 2, 3. И инзиктоиды уходят на свою частоту, забирают все, что они с собой принесли, больше сюда не возвращаются, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Джин, готов уходить? Да, готов. В этот дом больше не приходи. Найди себе новые коврики. Их в этом же городе наверняка куча. Хорошо? Но он Тогда, вздыхает, готов. ну все. И такие правила игры. Все, открывается внизу портал на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас остался черт. Так, Вера, черт, давай сейчас пройдемся и покажи Вере, только не притрагивайся к ней, покажи, где там порталы и где воронки. И мы с тобой быстренько все решим. Он говорит, что от нее такие вибрации, что меня убьют ими. Ну, я поэтому и говорю. В саду вот он показывает это место, там такая темная энергия над землей. Давай туда подойдем сейчас к саду, к этому месту, если мы уже о нем заговорили. Вот там же. Мы там. Хорошо. Мы можем это скинуть все в галактическое ядро? Да. Открывается пятиметровая большая воронка против часовой стрелки. Галактическое ядро 1, 2, 3 засасывает весь негатив, который находится с этого места до последнего микрона, уходит в галактическое ядро на переработку. Готово. И заливаем всю эту яму. 1, 2, 3. Готово. И ставим наверх печать Соломона. 1, 2, 3. Да, есть. Хорошо, пошли дальше. В дом идет, вот он это зеркало показывает. Хорошо. И под этим зеркалом открывается большая воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает этот портал полный. Выходит фантом этого портала. 1, 2, 3. Тоже засасывается в галактическое ядро. Жалко, черт, он говорит, старый проверенный портал был. Готово. Закрывая, печатая, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Хорошо, поехали дальше. Здесь комната какая-то, где диван. Он показывает в середине комнаты там красный портал. Наверху или внизу? Или в середине прям? Прямо в середине, по центру. А, отлично, хорошо. Вокруг, под ним открывается огромная воронка. Галактическое ядро засасывает этот портал до последнего микрона. Все туда уходит на переработку в чистую первичную энергию. Фантомы уходят полностью до последнего микрона. Это, из этой воронки все уходит туда. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Пошли дальше. Еще одно зеркало. И под этим зеркалом открываем портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И улетает эта воронка в галактическое ядро. Этот портал до последнего микрона засасывает его туда. Выходит фантом этого портала, и он уходит в галактическое ядро тоже. Причем она прямо на полу стоит. Закрываю, запечатываю, растворяю. Отлично, хорошо. И ставь огненную пентаграмму. Поехали дальше. Что-то много порталов. А да, он говорит, что все остальные воронки в клетке. Хорошо, слушай, а что так много порталов? Откуда в зеркалах порталы, черт? Очень старые они.
Они давно были открыты, те, кто раньше там... Зеркала был, да? Старые. Хорошо, мы тогда рекомендуем Юле поменять зеркала в квартире, потому что они несут с собой нехорошую энергетику, если у вас есть такая возможность. Хотя мы сейчас все почистили, по идее, но лучше все равно взять чистые зеркала. Хорошо, черт, пошли во двор, если мы все закончили, тогда я сейчас тебе буду подарки делать. Да, он в клетке. Хорошо, и я даю команду, и из всего дома начинает, из каждого угла, с каждой стены, с каждого потолка, с каждого пола, из любого закуточка выходить темная, негативная, патогенная энергия, и они выходят из дома и наматываются в большой черный шар прямо перед клеткой. Один, два, три. Как веретено, наматывает все эти нити черной энергии, вылетает из каждого уголка, с каждого потолка, с каждого пола, из любого предмета, где бы ни находилось в этой комнате, все негативное сила моего намерения выходит и наматывается в большой черный шар. Шар наматывается, у нас есть еще воронки в клетке. И под этими воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три, они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Собираем, наматывается шар. Все, до последнего микрона весь негатив из этой квартиры выходит. Шар готов. И параллельно я даю команду. И со всего земельного участка начинает собираться до глубины 5 метров черная, негативная, патогенная энергия, которая может там находиться. Один, два, три. Они летят, наматываются на этот черный шар, как нити. Черные нити наматываются до последнего микрона. Все с земельного участка наматывается на этот черный шар. Шар большой получился. Черт, как тебе подарок, а? Давай скорее, говорит. Ну, сейчас все намотается. Вера даст команду. Вера, все намоталось? Да, готово. Хорошо, я отправляю это все черту. Один, два, три. Он съел это все. Это как энергия для него. Ну вот, и подзаправился. Хорошо, готов уходить? Да, готов. Черт, только я тебе сразу говорю, не порть со мной взаимоотношения. Я тебе сегодня сделал подарок. Найди себе другое место обитания, потому что если я тебя найду второй раз в этом доме, я уже не пойму этого, понимаешь? Найди себе любую другую. Он говорит, что дом без порталов – это не дом для меня. Согласен. Хорошо. Значит, я уверен, что ты найдешь себе. Энергии у тебя сейчас на это достаточно. И открывается внизу портал на чистоте черта 1, 2, 3. И он забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая. Клетка пустая. Давай ее уберем, чтобы она там не мозолила глаза. Открывается под ней портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И клетка уходит в галактическое ядро на переработку. И сейчас я даю команду на все стены, на пол, на потолок, на крышу, снаружи, изнутри начинает наноситься толстый слой. Один, два, три. Готово. И на все стены, снаружи, изнутри, на потолок, на крышу устанавливается печать царя Соломона. Один, два, три. Есть. Отлично. И на счет три я включаю поток энергии абсолютно на весь этот земельный участок. Он сжигает любые остатки негативной энергии, которые могут находиться в доме от интерферентов и на земельном участке. Один, два, три. Портал открыт. Свет пошел. Энергия любви отца сжигает весь негатив. Комната становится квартирой и дом, как и земельный участок, кристально чистыми. Все уходит. Все сжигается. Готово. И выключаем. Хорошо, Верочка, мы закончили? Мы ничего не забыли? Нет, ничего. Отлично. И я даю команду, и на счет три перемещаюсь в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Да, я здесь.